Девочки, всем-всем большой-большой привет. Решила поснимать. Думаю, что-нибудь сегодня поснимаю для вас. И, в общем-то, в принципе, знаете, как-то долго не снимаешь, как-то даже очень даже скучно. Да-да. В общем-то, я подкрасилась и хочу убраться в зале. Тут не так давно я видео выпускала, где я убиралась у мальчишек в комнате, на кухне немного пылесосила, там в коридоре, а так в зале у меня так руки не дошли. Хотела вчера убраться, но мы вчера, знаете, сейчас вот такие деньки, быстро готовишь что-то, да, там выпекаешь хлеб, потому что я сама выпекаю хлеб дома. Вот, и идешь гулять. У нас пока стоит теплая погода. Но погода, вы знаете, вот с такими вот порывами ветра, вообще прям вот ветер, этот бесконечный, этот просто ветер, уже ближе к вечеру, уже, знаете, в часов 10 вечера ветер немножечко успокаивается, да, и как-то тишина, а вот днем ветер, так, чтобы пойти с распущенным волосом, это вот так вот все будет дыбом стоять, это вообще... Вот, в общем, нужно мне сейчас снять постельное белье. Я его вчера постирала, нужно было вчера вечером снять, но я его забыла снять, и уже вечером неохота мне было выходить на балкон, снимать это все, в общем-то, ладно. Ничего страшного, сейчас все сниму, посложу. А, там мне тоже на заднем фоне стирается машинка стиральная. Вот, что еще готовить сегодня, пока не знаю, что буду, потому что вчера готовила тефтели, и... В принципе, они у нас еще остались. Не так много, но осталось. Пока на вот сейчас дети придут со школы, там, в общем-то, хватит покушать. А потом уже, я думаю, ну, не знаю, может быть, что-то будем варить. Может быть, так на каких-то перекусках обойдемся, возможно, может быть. Не знаю, пока не знаю. Так, что еще? Вчера Маше сходили сандали, кстати, купили. Сандали купили мы ей такие, тоже такая платформочка, беленькие, но они вот это вот все переплеты, это тряпичные, удобные, хорошие. Вот, покупали, сейчас вам покажу, сабы, да, их, наверное, называют. Ну, она все ноги стерла от них, это вообще, я не знаю, вот... И ходить, просто выйти вот на лавочке посидеть, ну, не более того, вот правда, прям сильно стерла ноги ими, ну, не знаю, в общем-то, как-то так. Вот, что еще вам рассказать, мои дорогие, не знаю, в общем-то, в принципе, вот, знаете, каждый день... Практически одно и то же. Единственное, что радует, это теплая пока погода. Ну, вот, хотя вот не договорила, да, вот, что ветер, но пока тепло. Ну, где-то, знаете, вот вчера мы даже одевали жилетки с Машкой джинсовые, потому что был такой вот... Вроде бы тепло, прям и солнце греет, и все, но ветерок какой-то вот прям вот нехороший. Вот... В общем, ходили, Гоша одевала, накидывала джинсовку, ну, он ее потом снял, и, в общем-то, как-то так. В общем, ну, гуляем, пока гуляем, потому что у нас, знаете, в Сибири тепла совсем вот чуть-чуть, и в основном это мы вот сидим дома, да, это вот он, Гоша. Здоровайся с девочками. Всем от чистого сердца привет, я уже привык так говорить. Ты молодец. Ребята, мне скоро в школу. Вы за меня рады? Ты хочешь в школу? Скоро в школу. Уже осталось не так много времени. Сейчас лето, оно, знаете, кажется, что вот оно начало, ждем. Но оно фух и нету. Пролетит. Весна же так быстро прошла. Мне кажется, весна, она вообще долгая, холодная. Просто я не знаю. Да, вот она за секундочку прошла, мам. У нас вот эти вот несколько дней тепла, мы прям... Пытаемся идти гулять, конечно же. Вот. Много ходим, много дышим, да? А что потом опять? А, осень. Да. Потом зима, потом весна. У тебя осень, день рождения. Какого числа у тебя день рождения? 24 сентября. Правильно. Ладно, девочки, пойдем снимать белье.
И заниматься уже дальнейшим. У меня, наверное, там уже и Нет, тесто на хлеб подошло. Сейчас покажу пойдем вам гулять. сразу шлепки вот эти, которые натерли машину. И надо, кстати, тесто посмотреть. Гулять, гулять, гулять. Так, белье белое вешаю, маечки вот все сюда, потому что на балконе пыль летит особо. Ну как пыль, все равно не особо-то хочется мне белые вещи туда выносить. В общем-то, вот эти вот шлепочки, они такие хорошенькие. Я думала, что, знаете, удобненько будет. Но они вот здесь вот все и постерли. И вот эти вот места, казалось, здесь, я не знаю, ну, в общем-то, неудобные. Неудобные. А, вот, ладно, купили, ошиблись, ничего страшного. Что теперь сделать, что кушать? Где мои денежки? Там в копилочке потом Да достанешь. нет, не бумажные нужны. И бумажная там в копилочке. Ну-ка, достань. Да, потом. Потом гулять пойдем и мороженое купишь себе, хорошо? Ну А все. Маша себе? А Маша себе вот у нас. Ой, тесто убегает, что ли, или нет еще? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну да. Тесто поднялось. Ой, у нас нет воды. Это вообще. Вода прям это для нас прям руки аж наломит. Прям вот холодная бежит. Вот, ладно, сейчас я тесто по формочкам разложу. Ну и пойдем белье снимем. Так, поставила, думала, снимаю вам, как расформировываю, да, булочки, но я забыла включить. В общем, вот показываю, что получается. И говорю, что одна булка больше, другая меньше. Всегда вот почему-то у меня так получается. Ну, ничего страшного. На качество хлеба это не влияет. Все, сейчас быстро помою тарелку. И пойдемте белье. Снимать здесь посуду у меня помытая. Знаете, каждый раз раз моешь, чтобы, вот, не дай бог, не накопить то, что это надо будет потом точно воду греть. Так, и здесь у меня медунки. Мы сейчас пьем медунки, но это у меня с прошлого года. Сейчас поедем мы завтра на огород. Уже там медунки растут, их надо уже рвать. И буду настаивать, будем пить. А медунка, она очень хорошо и кровь чистит, и от кашля хорошо. В общем, медунка это вообще такой тоже кладенец, такой, как сказать правильно. В общем, хорошая вещь. Кто знает, конечно же, тот понимает, о чем я говорю. Вот, осину тут допиваем. Надо будет свеженькую нарвать осину. Ну и пока хотим медуночки попить. Вот. Все, моем тарелку. What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Nobody tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turned nothing into something. No more dealing with their assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know, oh. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe
maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being. Так, ну что, девочки, решила я уборку пока убрать на задний план, то есть чуть попозже. Сейчас завела тесто пельменное. Вот, хочу сделать пельмешек, прям немного, тут фарша достала, сколько будет. Прям такие побольше сделаю пельмешки на вечер покушать. Здесь поставила воду, у меня остались там еще тефтели, ну лапши там чуть-чуть, я тарелочку выложила. То есть пол пачки еще спагетти или лапши отварю, сейчас посмотрим, что у меня там есть. Так, это рис, ну давайте... Как раз открытые спагетти есть. Ну вот, сейчас немножко спагетти отварю, то есть доедим тефтели, и сейчас будем делать пельмени. Вот, домашние, вкусные пельмени. Так, ну что, сейчас мы быстро... Чуть-чуть спагетти напополам. Мешаю. У нас дома отопление отключили, но у нас нисколько не стало лучше. В плане в том, что не стало прохладнее дома. Жарко. Ну, это пока. Там еще, знаете, я думаю, что погода должна испортиться почему-то. Еще будет похолодание и дома. Я думаю, также будет прохладно, но посмотрим там. Так, ладно, я думаю, все, хватит. Пускай отваривается, это мы нам еще здесь на какой-нибудь супчик хватит. Так, все, убираем. Ой, здесь у меня спагетти просыпалось. Так, выкидываем. Все. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Так, ну что, пельмешки я сделала, чуть позже я вам покажу. А здесь решила немножко освежить окно. Я уже вперед его мыла, но еще не раз, и знаете, придется помыть за лето, потому что погода у нас просто отвратительная, вам хочу сказать. А чуть-чуть наперед забегу, у нас после этого, как я помыла окно, спустя пару дней... Открылся такой ураган, точнее, налетел. И буквально, знаете, там все откосы, все, ну, все стекло было просто, знаете, вот
уляпана грязью. Вот это был просто ужас. Так что, конечно же, очень обидно, когда делаешь, да, делаешь какие-то дела, да. Ну, в моем случае мытье окон. И хорошо, что я не помыла у Маши окно. Хотя я, знаете, прям вот было у меня такое желание, потому что я уже у мальчишек тоже мыла. И здесь получается второй раз. А вот у Маши я еще ни разу не помыла, ну и правильно сделала. Вот, потому что, ну, конечно, что случилось с погодой у нас, это, конечно, какой-то ужас. Вот. Ну, ладно, ничего страшного, вымыли и вымыли. Тут буквально протерла, немножко грязь махнула, да и все. Вот так у нас. Такие у нас погодные явления, знаете, то жара, то какой-то внезапно налетает ураган. Буквально, знаете, у нас прям повалило много в городе деревьев. Прям вот, знаете, такие стволы уже берез, ну, такие приличные, и то выломало. Вот такой был у нас ураган. Это буквально было 19 числа. Вот так. Так, ну что, здесь я уже решила пропылесосить. На кухне, знаете, надо каждый день, да через день пылесосить, все равно какие-то крошки-то есть. Немножко фасада протерла. Ну, фасады каждый день, знаете, надо протирать, потому что, ну, где-то, знаете, все равно пальцами касаешься, какие-то пятнышки, потому что, ну, и не особо, так сказать, вид, когда заляпанные, да, дверки и, ну, еще что-либо. Вот, так что немножко надо освежить. Коль уж тут начала я окна мыть и все. Вот, ну и я говорю, буквально вот пропылесосила на кухне, и у себя в комнате нужно будет навести порядок, и все. А так дома, в принципе, у меня, ну, порядок. Я буквально говорю, вот убиралась. Вот. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost. Наступило время сварить пельмешки. У меня вода закипела, я же вам так и не показала. Так, вот один противенек у меня здесь получился. Ну, в принципе, вечером можно будет убрать их. Так, второй противенек. И третий. Вот его, наверное, мы и достанем. Сейчас хочу сварить. Тут у нас сало соленое. И пойдем на улицу погуляем. Вот у нас уже время начала 7. Сейчас мы закинем пельмешки и покушать нужно обязательно, конечно же. Вот так. Сюда поставим. Пельмени большие. Я уже говорила, что специально так и делала, чтобы... Ну, можно было и мельчить, конечно. Ну, не знаю. В общем, как получилось, так получилось. 4, 5. Тут 5 пельменями можно наесться. Так, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Ты что, есть хочешь, что ли, Алуня? Так, все. Я думаю, достаточно. Тут и Гоша, и Маша хотят покушать маленько. Так, Луня, уйди. Сейчас тебя Ваня накормит. Подожди. Это, Ваня, вот здесь в холодильник я убрала его, ее еду. Слушай, открой мне этот морозилку. Да. Здесь. Все. В новом холодильнике. Так. Взять ложечку и помешать. То есть пельмени большущие тут. Я думаю, что нам хватит всем покушать. Все, пускай кипят. Так, ну что, мы наелись пельменей и пошли. О, ветер такой-то вообще, не знаю, сумасшествие какое-то. Так тепло, ветер. Пошли мы на Валберес, в общем-то. Вот. Пошли с Машей, с Гошей. Саша с Ваней поехали к нему на работу помоются. Потому что воды-то у нас нету.
и греть. Тоже, знаете-ка. Вот. А у них там есть вода. Вот такие дела у нас. Ой, еще больше зазеленело. Весь город зеленый. Это вообще, гляньте. Вот так. Зелень, красота. Сейчас я вам поближе покажу. Смотрите, как зелено. Маше задали стих. Это с легким паром. Там Женя под гитару. Может быть, кто-то, ну, если смотрел этот фильм, поет песню. Никого не будет дома, кроме сумерек. Да, что-то такое там. В общем, ей задали учить. И она мне начала рассказывать. А я говорю, что-то такое знакомое, потому что это мой любимый фильм, можно так сказать. Ну, я люблю советские фильмы эти все. И потом до меня дошло, что это песня из фильма «С легким паром». Я ее включила, вот сейчас она, я говорю, ты включай, и так будет легче запоминаться, в общем. Вот так. Так что вот такие у нас делишки. Ой, красота! Лето-лето, прям даже не верится. Ну, не знаю, завтра едем на картошку. Что? Да-да. Да. Ну, а мы тоже не с утра, мы тоже с утра там надо дела переделать кое-какие, а потом поедем, в общем-то. Да. А я, кстати, завтра останусь на алгебру. Да ты что? Ну, мы тебя подождем. Ты же у меня не лентяйка, ты же у меня молодец. Зачем ты так девочкам показываешь? Тут совсем у меня... Нет, нет, это все не так. Тишину шагами меря, тишину шагами меря. Ты там что-то... Забрали мы на вазу шампунь. Ой. Опять роняется.